Всем привет, меня зовут Катя Ярушкина, и сегодня я снимаю видео просто с прекрасным, лучезарным, ярким, интересным человеком. Это Клава Кока. Спасибо большое. Всем привет, друзья. И сегодня какое мы видео будем снимать? Рубрику «Правда или действие?». Окей, правда или действие? Да, давай действие. Действие? Угу. Знаешь, я тебе кое-что принесла. Опять она, что она принесла? Если вы хотите посмотреть, что она принесла в первом видео, то, пожалуйста, переходите по ссылке в описании. Мы сняли также видос на Клавин канал, поэтому... Ну, сейчас тебе тоже не понравится. Ты должна съесть минимум один зубчик целиком. Ну, давай. Мои вкусовые рецепторы мне уже отказали, поэтому... Давай, жуй. Блин, ты плачешь. Mm-hmm. Прости, пожалуйста. Плохо уже. Давай, жуй, 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 жуй. Он очень не жжет, а он, короче, Блин, вот сейчас я чувствую себя виноват. Это я сейчас так классно пахнет, тебе нравится? О боже. Правда ли действие? У тебя нет выбора, у тебя действие, да? Окей, действие. У меня есть такая идея. Да. Я сейчас после твоего ужасного чеснока, мне очень плохо. Да. И мой живот как бы страдает. И да. Мне очень нужно, чтобы ты мне приготовила бургер. Погнали. Я даже знаю, куда мы поедем. Все верно, детка, мы поедем в Black Star Burger. Друзья, сейчас мы находимся в Black Star Burger. Я очень хочу, чтобы ты мне приготовила сочный, мощный Black Star Burger. Поэтому сейчас мы будем проникать на настоящую кухню. Я покажу тебе, что такое бургеры. Я готовлю для Кати, я ее раб. Готовлю Кате самый вкусный, самый нежный бургер. Все, как ты любишь, малыш. Ты такая заботливая. Это классно. Специально, чтобы от тебя пахло. Видишь, Катюш, тебе побольше кладу. Начинка готова. Котлета, как самое главное, точно. Забыли. Так. Сок сочный, и... мощный. Сюда. Поднос, поднос. О май гад. Все для тебя. Рассветы и заманы для тебя. Спасибо. Black Star Burger от Клавы для тебя. О боже, вы только посмотрите. Клава позаботилась о моем ужине сегодня. Сочного, мощного аппетита. Это очень круто, потому что я никогда, в отличие от тебя, конечно, не была на кухне именно Black Star Burger. Это было вкусно, мне понравилось. Ладно, правда или действие? Давай действие. Ты должна сейчас пойти в душ, залезть в ванну и включить воду. Это идея на себя. Мне кажется, она меня ненавидит сегодня. Давай. Вот прямо из душа, прям вставай под душ. А, туда? Ну да. О, подожди, носочки мочатся. Такая ситуация непростая. О боже! Что-то пошло не так. Как можно грохнуться в ванной? Как можно грохнуться в ванной, Кать? Самый злющий человек, я кажется. Клава такая, да, ты же не мокрая вообще даже, типа, да, тебе вообще повезло, что ты упала. Была бы я плохой Клавой. Так, а еще бы, еще бы. Ты упала, я в тебе на лицо еще душу. Ну давай. Правда или действие? Правда. Ты становишься готова ко всему, что ты скажешь. Самая нелепая ситуация во время твоего выступления на сцене. Однажды я упала. Я тоже упала. Вот буквально, вот буквально. Нет, я вспомнила. Это было выступление на каком-то выпускном, вот, буквально полгода назад. У меня было блестящее платье, все в поездках. Там было очень-очень много людей, прям, ну, 1004, которые во все отрываются. Естественно, у меня кураж, они там все меня знают, все прыгают, все скачут, и я пою песню, я устала. Есть система in-air, это когда ты поешь в наушниках. Соответственно, эта система, она прицепляется к чему-то. Сколько я была в платье, и мне пришлось прицепиться за трусы. И вот когда я прыгала, вот эта система... Начала очень сильно сваливаться. Спустилась нижнее белье очень сильно, ну где-то вот, наверное, вот так вот. И я уже, ну, не прыгаю, я пытаюсь как-то надеть это сверху. Слава богу, это был конец песни, я просто как-то... Всем пока, друзья, так держу и вот так вот аккуратно пошла. За какие откровения? Только нет. С тех пор я ношу специальный ремешок, на который я люблю этот инейр. Я тебе потом покажу это видео. Ну, класс! Мы еще и видео сюда вставим. Нет, туда не покажу. Нет, только тебе. Правда ли действие? Правда. У меня вопрос, ну, такой довольно обширный. Хочешь ли ты сделать что-то со своей внешностью в ближайшее время? Я имею в виду, может быть, там, колоть себе что-то в губы, бровь. Есть ли у тебя какие-то изменения во внешности? То есть, есть ли у тебя что-то не свое? Да, зубы — это вставные, а... В смысле, у тебя все зубы да, вставные? Да, брови — это тоже не мои, ну, у меня вообще бровей, на самом деле, нет. Что ты гонишь? Красиво у тебя
брови, ресницы, чуть-чуть подрисованы карандашом. Ресницы нарощенные и... Хорош! Серьезно, да, серьезно? И волосы тоже. Тоже нарощенные? Были дреды, а потом я не надоели, я... Ну серьезно, я выразилась, у меня нет выбора. Ребятки в твиттере мои писали, там много было разных действий. Вот, одно из них было поменяться одеждой. Давай. Давай. Сейчас все будет. То есть вот это ты называешь большие? Да, большие. Да, в смысле большие? Она не полностью открыла. Не надо, вот, нормальные штаны. Ага, вот, посмотри, тянутся. Посмотри, окей, посмотри, дай. Давай. Дай. Нет, дай. Это не XS, это 2XS. Почему я мне маленький тогда? То есть ты мне должен... Ой, большой. Чтобы понимали, вот мне вот штаны вот так большие. А теперь представьте, как они будут большие, Катя. Ты что снимаешь? Ты давай, уходи отсюда. Уходи, тут стриптиз будет. Туда и не заглядывайся. Там нет ничего интересного. Нет, на самом деле, блин, Клаве все подошло, а у меня проблемы какие-то. Очень сильный лук у тебя, конечно. Правда, я как Карлсон, смотри. Давай, да, действуй. Я знаю, что ты любишь толстовки. Дай мне какую-нибудь твою прикольную толстовку. Реально прикольную. Понимаю, что ты сейчас будешь что-то делать, поэтому это не самое-самое, прям моя любимая. Тебе сейчас нужно отрезать рукав. Серьезно? Да ладно, это будет фэшн. Слушай, знаешь, как Тимати ходит? Давай с этой стороны сделаем одну вот такую длинную. Ну давай прям вот наметим. Нет, возможно, это даже красиво. Нет, прикольно. Это старайся, сделай красиво. Это не отрезанный рукав хотя бы. Только ровненько, давай, красиво, старайся. По-моему, круто. Ну, да. Нет, возможно, на самом деле это прикольно. Да. Получилось прикольно. Если вы где-нибудь меня увидите в этой толстовке, знаете, что... Здесь были мои ручки. Для выполнения следующего задания нам нужно будет переместиться в машину. Это будет, наверное, самое трешовое задание, которое я буду давать в этом выпуске. Давай. Тебе нужно сейчас, когда мы встанем в пробку, вылезти из машины и сесть в машину к какому-нибудь незнакомому человеку. Чего ты че, блин? Это опасно. Он меня может увезти куда-нибудь там. Ну, ты же сообразительная. Окей, блин, ну это жестко. Окей, я отыграюсь на тебе. Ну, ладно. Где там пробка? Я сейчас машину подрежу какую-нибудь, вот, которая просто стоит. Только ты... Открывай. Это очень смешно. А, подожди, у него правосторонняя дверь. Он, кстати, открыл. Здравствуйте, не подвезете до центра? Да, давайте. Как дела? Разговаривать. Чего? Это ужас. Клава, я знала, что она это сможет. Вы знаете, человек довольно неплохой мне попался. Я, если честно, думала, что попадется какой-нибудь маньяк и заставит меня что-нибудь делать или увезет куда-нибудь. Все, он ее куда-то увозит, ребята! Я думаю, что будет хороший вечер. Нет, Клава! Они едут куда-то. На самом деле, это мы играем в правду или действие. Мне просто нужно было сесть к какому-то человеку, и вы попались под горячую руку. Супер. Надеюсь, вы не против? Нет, я не против. Я очень надеюсь, что у Клавы все под контролем. Катя, я сделала это! Клава, все, мы ее потеряли, все, всем пока. Ну что, круто? Ты видела? Нет, он милый, по-моему, он даже меня знал, потому что он обрадовался, что я принесла. Ему села, как будто бы ему вообще пофиг. Смотрим, типа, вы там улыбаетесь, разговариваете, уезжаете куда-то. Он, наверное, думал, что я на него запала, но нет. Уезжайте куда-то. А, правда или действие? Действие. Сейчас я буду тебя красить. Я хреновый визажист. Но поскольку ты уже накрашена и накрашена довольно неплохо, я хочу сделать тебе... Апгрейд. Апгрейд. А, ты брови моешь. А, супер. Люблю густые брови, знаете ли. Нет, нет, я чувствую, Клава. Слушай, я делаю подружку своей мечты, успокойся. Подожди, да нормально. Я чувствую там что-то не так. Наверное, что это будет модно. Да, ты же помнишь, да, что я дверяю? Слушай, это не так уж и плохо. Дай губки. Слушай, на самом деле, я очень люблю такую фиолетовую помаду. Ты прям мега модная. И чешется. Блин, так офигенно. Это будет румяна. А, да, это модно. Спасибо. Русские народы такие, типа... Вот вы замёрзла. Я определённо замёрзла. Я вот сделаю, чтобы лоб блестел. Капец, он сыпется. Ты знаешь, подбородочек у тебя блестел. Клава, блин, нет. Как, блин? Прикольно. Я не понимаю, как вот это может красить так сильно? А, это ужасно, боже! Да это красиво, да перестань. Это были бьюти-блоги, готовки, кулинария, DIY, стирка одежды. Все, что вам нужно, это было в этом видео. И издевательство над людьми тоже. Да, да, супер. Я надеюсь, вам понравилось, и вы оцените по достоинству этот ролик. Поэтому ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал и смотрите все видосики. Ну вот и все, это было все, и всем пока-пока. Пока.